Давайте. Завтра во сколько? Я с утра там. А это, а вы как-то приложились? Алексей, здравствуйте. Я там узнал вас очень хорошо. Это вы приложились к этой книжке, ну, да? Мои люди ее делали, как бы. Uh-huh. Я не приложился. Я пытался, но не получилось. Лёш, ты меня помнишь? Ну, конечно, помнишь. С Леной, с Сальвадорой. Я все прекрасно помнишь. Замечательно. Слушай, я тебя сегодня послушал. А Лена, ты знаешь, где находится? Где? В Пицунге. Ну, она летом всегда там. Ну, Лёш, да. Ты с ней как поддерживаешь контакт, да? Очень изредка. Ты же сам, у меня жена с ней поддерживает. Лёш, я тебе визиточку дам, я тебя сегодня послушал, но настолько... настолько хорошо. Мы сейчас сделаем поэтическую серию. Я буду снимать, ничего. Ты маньяк. Нет, я не маньяк, у меня недавно она появилась. Я учусь снимать, и мне нравится. И ты потом увидишь, это будет хорошо. Действительно. Вот если чуть-чуть фрика, это хорошо, наоборот. Фрик это хорошо. На любителя, нет. Лёш, мы делаем сейчас серию небольшую, поэтическую. И я очень тебя хочу. Будет сделано. Сделаешь подборочку. Вот, на камеру. Да. Позвоню. Да, сразу на мобильный телефон, он здесь указан. Ладно. Давай. Хорошо, спасибо. Счастливо. Давай руки пожмём. Нет, тебе спасибо. Да брось. Давайте я признаюсь, что я шовинист на самом деле, да. Юр, а тебе было приятно эту книжку делать с этими ребятами? Делать очень было приятно, да. Хорошо все было, комфортно, это прекрасно. Да? То есть, не водили носом по текстам, ничего такого не было. Даже чуточку жаль, что она уже сделана. Вот в этом смысле это удовольствие закончилось, но зато теперь ее можно потрогать. Круто. Да, и она прям настоящая. На, посмотри. А подаришь книжку? Конечно.